Несколько слов про реформы и перемены. Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 94-го года – это подарок криминалу. Это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может. Это будет хорошим мутным условием для проведения тех реформ, о которых сегодня талдычат наши альтернативщики. Вернув Конституцию 94-го года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственное предприятие и прихватизировать, как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда, и стоять будет. Осуществляя перемены, нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформы – это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Не зря в народе говорят, не приведи Господь жить период реформ и перемен. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас. Поэтому, держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. Путь разрушить до основания, а затем не наш путь. Лимиты революции и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке.